Приветики всем, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Wildcraft. Итак, сегодня будем выполнять задания по Wildpass, потому что без вас я их не выполняла, я активно прокачивала гориллу. Никак не могу ее прокачать до 200 уровня, но надеюсь, что у меня все получится, потому что очень сильно хочется получить новый ранг, который появился у нас в обновлении. Итак, давайте посмотрим, какие у нас задания по Wildpass. И играйте за волка 10 минут, отлично. Поместите 3 предмета, охотитесь. Значит, сегодня мы будем играть за волка. И пройти нужно 600 метров тоже за него. И 75 врагов победить, а также открыть 20 сундуков. Отлично. Так, значит, переключаемся мы на волка. Так. И переходим на карту. А на какую карту нам перейти? Ну, давайте на последнюю, на карту Австралия. Будем там охотиться и выполнять как раз вместе с вами задание. Так, у меня там, по-моему, еще пропуски работают. 5 пропусков должно было быть. Сейчас давайте еще раз посмотрим, потому что я не уверена. Да, 5 пропусков у нас еще есть, поэтому можем еще и пропустить дополнительно. Так, переключаемся мы на свободную камеру, потому что так удобнее играть, выполнять именно задания. Мы же на боссов не будем сегодня охотиться. И, наверное, сразу начнем видео с открытия сундуков. Откроем 20 сундуков. Может быть, нам что-то выпадет интересненькое. Хотя у меня большие сомнения. Ну, знаете, бывает все. Все может быть. Так, пока что ничего не выпадает. А мы уже, по-моему, открыли 20 сундуков, или мне показалось? Да, мне показалось. Потому что у нас не всплывает окошечко по выполненному заданию. Ага, все, выполнили. Отлично, дальше уже открывать не будем. Давайте заберем награду, заберем опыт, то есть. А награду нам еще забирать рано. Да, нам чуть-чуть не хватило, совсем чуть-чуть. Так, охотиться на 75 врагов. У нас 2 задания подряд. И пока я не выполню предыдущее задание, это задание у меня не активируется, да, наверное? Сейчас можно будет это проверить. Давайте проверим, поохотимся немножечко. Так, побежали. А, кстати, нам нужно еще покрутить барабан. Я, правда, не знаю, сколько у меня там клевера. Ага, мы 2 раза сможем покрутить барабан вместе с вами. Так, посмотрим, что же выпадет. Ух ты, нам выпали гемы, кристаллы, аж 4 штуки. Так, и здесь мне выпал эликсир. 17. Немножко эликсира и чуть-чуть гемов. Так, ну что ж, сразу охотимся. На Австралии я очень редко играю, даже не знаю почему. Моя любимая карта — это все-таки китайский лес остается, но Австралия тоже очень классная карта. Так. Отлично. Здесь убегать уже пора. Убегаем, убегаем. Чуть-чуть тормозим, чтобы у меня не отстали другие мои члены семьи. А то если я убегу, они вместе за мной побегут и все. И бросят врага. Так, можно здесь кругами побегать просто. На фиксированной камере тоже очень удобно играть, но мне не нравится снимать видео на фиксированной камере. Вот, мне хочется вот так с вами общаться, повернуться, посмотреть вам в глаза, так сказать. Так. Опа, убегаем. 409 жизней, совсем немножечко осталось. Давайте вот так побегаем. И посмотрим, засчитывается? Нет, не засчитывается, я же говорила. Очень жаль, очень жаль. Мы уже прошли почти 600 метров. Давайте чуть-чуть еще побегаем, чтобы выполнить это задание. Так, ну что-то врагов нет, ага, а задание это выполнили, и мы можем забрать вместе с вами награду. Так, давай-ка загружайся. И мы перешли на 12 уровень. Так, мы можем забрать 5 ключиков всего лишь. А, подождите-ка, я еще и до этого не собирала, оказывается, награду. Давайте кристаллы соберем. А, оттенок, во-первых, заберем, да, на мишку эксклюзивный.
Очень красиво. Кстати, мне вот этот цвет очень нравится. Лазурный такой, да? Вай, какая красота. Так, заберем кристаллы. 5 штук. Так, скин на гориллу мы забирать не будем, потому что у меня он, скорее всего, уже имеется, да? Можно даже посмотреть. Тем более, что это обычный скин. Зачем он мне нужен здесь? Эликсир мне тоже не нужен. Так, следующий у нас будет оранжевый эликсир, потом питомец и оттенок на питомца. То есть то, чего у меня нет, это только оттенок на питомца и потом уже эксклюзивный скин на рысь. На 20 уровне нам дадут. А нам еще далеко до рыськи. Поэтому будем потихонечку выполнять задание. Так, вуаля. Отлично. Так, нам еще сколько победить нужно будет для выполнения задания? Еще 3. Ага. Окей. Еще 3. И можно будет в логово отправляться для того, чтобы поставить предметы. Ой, ты кого бьешь? Аккуратно. Змея это очень опасная. Так, пусть тебя. Отлично. Еще последнего, да? Ну, давайте здесь побьем. Змей. Раз их здесь так много. Угу. Всю задачу уже выполнили, но эту змею мы тоже добьем. Так, смотрим. Забираем награду. Ну, здесь всего 32 опыта дадут. Очень мало. Ух ты, играть 80 минут на любой карте с любым персонажем. Я думаю, что можно вообще в АФК встать и не мучиться. Ну, 80 минут мы с вами точно поиграем. Я не знаю, на видео или нет, но скорее всего не на видео, конечно. Так, 3 сундука. 80 минут это очень много, это час 20. Так, 3 сундука открыли. Тоже это задание выполнили. Забираем награду. Так, получите один скин из сундуков за любое животное. Да, без проблем. Давайте откроем еще сундуки. Так, это у нас действия выпали. Одежда. Как назло, скины не выпадают. Вот скин у нас выпал на орла. Забираем тоже награду. Пройдите 300 метров за животное, волк, да что ж ты будешь делать? Не отпускают меня никак в логово. Хотя в логове, если проходить, если вот так вот бегать вокруг логова, это тоже засчитывается. Ну, заодно, конечно же. Ух ты, у меня всего лишь 235 жизней. Помогите, спасите. Так, убегаем. Давайте так побегаем. Далеко-далеко нужно отбежать. Так. Ну что, до сих пор она... Нет, вроде бы как она за мной не бежит, меня не преследует. Вот здесь мы наберем жизни и побегаем еще чуть-чуть. Можно вот так вот кругами побегать, да? Ага, все, выполнили задачу. Отлично, забираем награду. Так, 3 предмета и 3 предмета. Всего мне нужно 6 предметов поместить, да? Отлично, все, переходим в логово наконец-то. Логово у нас мистическое. Так, поместить. Это значит, мы сюда заходим. Я обычно коврики помещаю. Так, и потом их убираю. Раз. Коврик на коврик просто можно помещать, даже не передвигаясь. Два. Стопочка их так складываю. Обычно. И таким образом выполняю задание. Лайфхак. Я его уже показывала в одном из видео. Так, забираем награду. Сколько раз я скажу в этом видео, забираем награду, ну-ка посчитайте. А, заработал. Так сегодня мы вообще за волка очень долго будем играть. Давайте-ка еще 3 предмета поместим. Так, еще раз. Так, второй коврик. И третий коврик. И нужно будет убрать обязательно коврики. А, так, задача выполнена, подождите-ка, я их уберу. Это для выполнения следующих заданий. Там уже ближе к 30 уровню будет поместить чуть ли не 20 предметов, поэтому я вот так делаю, освобождаю помещение, так сказать. Так, забираем еще награду. Отлично. Играйте здесь. Я всего 3 минуты играю, мне засчитывается 3 минуты. Видимо, когда я нахожусь вот здесь, в этом интерфейсе, минуты не засчитываются. Потому что видео я снимаю уже почти 10 минут. Это очень обидно. Так, что мне нужно будет сделать? Заработать монетки?
Снова, значит, бежим охотиться. Так, заработать 2500 монет. Так, кто нам больше всего даст монет? Ну, явно не змеи. Может быть, ага. Давайте еще потом чуть подальше пробежимся, а то мы все возле логова охотимся, как-то неинтересно. Даже не посмотрели эту карту Австралия. Хотя она не новая, но я здесь очень редко бываю на этой карте. Я даже уже забыла, кто здесь водится. Настолько редко я здесь бываю. Так, а там кто-то за нами бежит, что ли? Нет? А, почему-то музыка все еще играет. Как-то странно. Так. Ага. Ну, так. На них мы уже охотились. Кто здесь еще есть? Я знаю, что здесь есть собаки дикие. Кто, бросили, что ли? Бросили. Так нельзя делать. Я слишком далеко убежала просто, на самом деле. Так, нужно убегать. Давайте зацепим еще и их, раз они у нас появились. Я снова бегу к логову, а не к середине карты. Я неправильно делаю. Так, убегаем. Вот. По чуть-чуть, по чуть-чуть. По чуть-чуть, отлично. А, мы и выполнили задание еще, кстати. Но я хочу посмотреть здесь других врагов. Здесь есть кенгуру. Ой, какая милота. Она ко мне бежит, что ли? Нет, не надо ко мне бежать и на меня нападать. Кенгуру должны быть миролюбивыми животными. Мирными. Так, получите один уровень за любое животное, но это тоже очень легко. И теперь мне нужно будет переключаться на лису. А сейчас я пока побуду за персонажа волк, для того, чтобы выполнить это задание, да? И потом мне нужно будет переключиться на лису. Окей. И буду уже, наверное, прокачивать своих горилл. Никак не могу их прокачать, а у меня на очереди еще кенгуру. Нужно кенгуру прокачать до 200 уровня. Вот, и гориллу докачать, и потом уже начинать прокачку волка, потому что я планирую прокачать его до 210 уровня, и остальных животных по порядочку до 205 уровня. Вот такие у меня планы. Ну что ж, а на этом пора заканчивать видео, надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft. А с вами была Прика, и увидимся в новых роликах.